понедельника в 6 часов у нас обычно стрим. Почему сегодня не будет? Ну, ты сам знаешь, почему. У нас в семье приключилось несчастье, у нас умер очень близкий человек, и мы его похоронили. Поэтому мы стрим проведем завтра. А для того, чтобы стрим провести, надо еще иметь соответствующее настроение, соответствующее состояние внутри. То есть я думаю, что к завтрашнему дню мы отойдем и будем уже нормально общаться. Завтра у нас еще и программа обучающая стоит. То есть время как-то все стирает, уносит постепенно. И заставляет задуматься и наблюдать. Опять-таки было время пообщаться с родственниками, со знакомыми, съездить, опять-таки по этому же поводу, в дорогой и любимый город Мстиславль родной. Вот, сегодня мы уже вернулись, и сегодня уже сможем, по сути дела, восстанавливаться, чтобы завтра вести стрим. И параллельно то, над чем зависала я и в пути, и во время похорон, на благодарности. Как сложно людям благодарить. Это практически невозможно. Автоматическое спасибо в лучшем случае, а дальше человек уходит в свои чувства, в свои страдания. А человеку умершему как раз в это время нужна благодарность. Казалось бы, ну как это человеку нужна? Он же уже умер, ему уже ничего не надо. А да, единственное, что ему еще надо, это благодарность. И в дальнейшем память. Но если с памятью все это еще не так сложно, то благодарность им очень нужна. От этого зависит его следующая жизнь. От того, как мы благодарим, от того, как мы его приглашаем в эту жизнь и так далее. И вот интересная заметка, если тебе интересно, если ты сам помнишь. Помнишь, как хоронили твоего дедушку? Не особо, я маленький был. Ты маленький был. А тогда это было поколение коммунистов, поколение Советского Союза, людей в возрасте, партийная элита, чиновники там и так далее. Но дедушка был на пенсии на глубокой, и уже давно на пенсии он, когда умер, мы даже не ожидали, что такое количество людей приедет на похороны. Их было очень много, они стекались со всех сторон. И потом, уже после того, как его похоронили, и автобусы разъехались, в кафе остались люди, которые подходили к микрофону, абсолютно чужие люди, я их впервые видела в жизни, подходили к микрофону и начинали свою речь со слов благодарности за то, что он там кого-то в Минск перевел, кому-то работу помог устроить, кому-то квартиру сделал, кому-то детей пристроил, кого-то в институт помог устроить, кого-то, как это все было во времена Советского Союза, когда не все человек мог сам, иногда нуждался в помощи, поддержке сверху. И люди абсолютно чужие, простые люди приходили и рассказывали про моего отца такие вещи, которых я не знала, но которых отец никогда не упоминал в жизни. И я слушала и открывала для себя своего отца, и открывала со стороны благодарности. Вот это поколение наших родителей, оно умело быть благодарным. Они выросли в эпоху, когда у них была идея. Пускай эта идея была коммунистическая, но она была. Она была светлая, они строили светлое будущее коммунизма. Они были искренними, они были честными. У них было то программное обеспечение, которое было простым и ясным. Делай вот так правильно, вот так неправильно. И если ты творишь людям добро, то добро тебе вернется. И если тебе кто-то сделал добро, то научись говорить спасибо. И этому учили в школе, в первом классе. Нас учили благодарить. А вот сейчас на похоронах уходил человек уже моего поколения. И, может, чуть старше. Не может, и чуть старше. Но незначительно. Это наше поколение, которое выросло уже в эпоху развала Советского Союза, но захватив еще кусок Советского Союза. И уже удивительно, люди этого поколения, они хотя бы благодарны внутри, они не выдвигают претензий, но им уже очень тяжело сказать вслух слова благодарности. И даже попытка вот запустить было, чтобы люди начали благодарить, она была неудачной. Потому что человек уходит в свои страдания, в свои чувства, в свои переживания, и он не может искренне сказать слова благодарности. Он думает о себе.
Хотя люди понимали, ну, сам понимаешь, что ты не был благодарен своей тете. Был благодарен. Она тебе очень много помогла, она тебя учила плавать. Там она очень много тебе сделала. То есть это действительно очень светлый человек. И просто вот все благодарности ей не перечислить. А сказать вслух было тяжело. Вот даже вам было тяжело, вашему поколению. А вот теперь смотри, сынок. Ваше поколение подрастает. Вашему поколению уже тяжело. Но вас хотя бы учим мы. Потому что нас еще учили наши родители. А вот возьми поколение Ромашки. Вот подрастет Ромашка. А как ему будет благодарить? Его учат говорить спасибо автоматически. Все автоматически. Очень много входит компьютерных игр в жизнь человека. Очень много входит искусственного интеллекта, программного обеспечения, компьютеров и так далее. Там слово «спасибо» не звучит. Там благодарности нет. Там само собой разумеется. И там ты должен. Ты должен, и тебе весь мир должен. И особенно в свете последних политических событий, экономических событий и так далее, даже старое поколение так раз и перестраивается на эту волну. Все уже ж пользуются телефонами, читают чаты и так далее. Он мне должен, он должен это, он должен это. И если ты не делаешь так, как ты должен, то тебя можно саботировать. Тебе можно предъявить претензии. Нас учили в школе: подойди к перекрестку, посмотри направо, посмотри налево. А там, потом только переходи дорогу. Потому что если машина тебя собьет, мало то, что тебе будет больно, твои родители будут нести административную ответственность. Прошло время, и вдруг все поменялось на западный лад. Ушла нравственность. Пришли правила дорожного движения, согласованные опять-таки с Западом. Да, много пришло научно-технического прогресса, но много ушло того светлого, что было. То есть не была сделана фильтрация и не была оставлена благодарность. И вот пока еще это старое поколение есть, вот которое еще до нас, наши родители, ведь сейчас же это поколение еще живо, они еще умеют благодарить. Вот это то, что они просто обязаны, должны, да, вот тут слово «должны», казалось бы, несовместимое, но они могут передать своим детям и обратить внимание своих детей на воспитание, те, в свою очередь, своих, и цепочкой вернуть эту благодарность в школы, вернуть эту благодарность в общество, и это крайне необходимо. Благодарность за то, что ты имеешь. Вот в моменте здесь и сейчас, вот у тебя то, что есть. У тебя есть родители, научись их благодарить. Не требовать от них, не выносить на них ответственность, а благодарить за то, что они просто есть, за то, что они просто тебе дали тело. Учителей в школе, за то, что они просто приходят и делятся с тобой знаниями. За то, что они есть, за то, что у тебя есть парты, есть тетради, есть ручки, есть смартфоны, есть... Вот это у тебя есть, у тебя это никто не забрал. Тебя не надо лишить этого войной, чтобы ты понял, что ты это имеешь. Потому что следующая стадия деградации – это лишить тебя всего. И подсознание исходит обычно так, через боль лишает. Вот они войны, вот они конфликты. И это можно сделать осознанно. Изменить школьную программу, изменить отношения, ввести уроки благодарности – вернуть ответственность. А как ты ведешь уроки благодарности? Где вот эта разница между формальным из этикета словом «спасибо» и чувством благодарности искренним? Понимаешь, искреннее чувство благодарности, оно возникает автоматически на искреннее отношение учителя. То есть, когда учителю интересно заниматься с ребенком, учителю интересно преподавать свой предмет, учитель гордится тем, что он учитель, тем, что он живет в этой стране, он благодарен этой стране, он благодарен этой школе, он благодарен тем, кто с ним вместе работает, коллегам. Понимаете, на самом деле это еще можно вспомнить в чувствах, это было в СССР, это было недавно. И это утеряно. Это безвозвратно утеряно в 90-е. Это променено на деньги. А это надо вернуть. Без этого не будет развития общества. Без этого будет пересечена та черта, когда подсознание вынуждено будет включать боль для того, чтобы человек осознал ценность того, что имеет. А как осознается ценность того, что ты имеешь? Вот ты имеешь здоровое тело. Что надо сделать, и ты его не ценишь, например? Что надо сделать для того, чтобы ты его начал ценить? Правильно, посадить тебя в инвалидную коляску.
Лишить тебя подвижности. Купи козла, продай козла. Да, купи козла, продай козла. Здесь вот это настолько очевидно, настолько наглядно. И на самом деле я сейчас говорю банальные вещи. Просто эти банальные вещи, они исчезают из общества. Они исчезают из общества как, ну, как за ненадобностью. Потому что в компьютерных играх это не надо. В виртуальной реальности это не надо. Но в реальной реальности это надо. И опять-таки, виртуальную реальность тоже неплохо было бы это внести. Потому что мы постепенно все равно в нее уйдем, все равно искусственный интеллект будет развиваться, все равно программа ума будет значительно сложнее, слабее, нежели искусственный интеллект, а разум в моменте здесь и сейчас у человека отсутствует в своем большинстве. И это все автоматизм. И в автоматизм надо вернуть благодарность. Сейчас она исключена. И ответственность. И здесь тогда нужны будут разборки с религией. Хотим мы, не хотим, а коммунистическое общество было без религии. Да, была там часть людей, кто там из-под тишка крестил, еще какие-то обряды соблюдал и так далее. Но это были единицы. Это не было столь массовым одурманиванием с выносом ответственности на Бога. Человек за себя отвечал сам. Человек отвечал за свои поступки. А руководитель на рабочем месте отвечал за то, что он делает. Вот сегодня возьми, ну, любого, ну, председателя колхоза, руководителя там какого-то предприятия государственного. Что у него есть ответственность та, которая была тогда в СССР. Вот просто прочувствуй. Да никогда. Сейчас есть формализм и саботаж. И это вот новое поколение, оно на этом выросло, на формализме и саботаже. И не будет по-другому, пока не вернется благодарность. А для того, чтобы вернулась благодарность, тут поднимется следующий пласт. У коммунистов была идея, а в нашем обществе нет идеи. Идею заменили деньги. А человек не может без идеи. Попытка взять национальную идею через православие, она обречена на провал. Это государство в государстве. Это подмена. И она не будет работать. Тем более, она уже, в принципе, себя развенчала. Уже всякими часиками, деньгами, обманом и так далее. Это уже развенчанная тема. И сама концепция, она ничтожна в силу того, что она очень легко развенчивается научным образом. То есть любой обряд вот этот, он уже может быть объяснен на уровне науки, что это просто гипноз с управлением сознанием, с манипуляциями и так далее. И истории выдуманные, они сразу видны, что они выдуманные и так далее. То есть и когда тебя называют овном изначально, это глупо. Ну как ты будешь верить тому, кто тебя сразу считает бараном? Ну просто вникнуть, когда в суть. Я все время в самой первой книге привела пример. Вот если инопланетянин просто приедет в наше общество, да, прилетит, тарелка приземлится, и он зайдет в храм, ну, и поинтересуется, как живут люди, во что они верят, и он войдет в храм просто, в церковь, неважно, в синагогу, куда угодно, в костел, и у него будет шок. Ну как можно распять своего соплеменника, убить своего соплеменника и молиться убиенному, и вкушать его плоть и кровь в обрядах причащения? Как можно продавать по частям трупы людей, которых причислили сами же к лику святых и так далее? То есть у инопланетянина его эти пипипки на голове будут шевелиться и антенки подавать сигнал СОС, что, блин, здесь у этих землян не все в порядке с мозгами, у них кукушка отлетела. Так вот, в современном обществе эта концепция уже потерпела крах. Просто пока это не признано, и это удерживается силовым образом. Но на уровне разума она уже потерпела крах. И нужна новая идея. А новая идея – это возвращение к себе искреннему настоящему. Если человек осознанно возвращается к искренности и благодарности,
Это про новую идею, это про новое общество, это про новую экономику, это про. Так и в чем идея? Это же не идея, это просто инструмент, чтобы ты был счастливым и шел по жизни уверенный, довольный собой. Да. Но это про любовь, это про свободу. А идеи как раз-таки, они, ну вот, можно другие планеты колонизировать. А можно вот соплеменников убивать. Ну, идеи разные. Подожди, ты считаешь, что идея – это только вынос во внешнее? Идея – это разворот во внутреннее. Ключ идеи – это развернуться к себе настоящему, искреннему. Не наружу, а вовнутрь. И исходить изнутри, видя в других людях свои зеркала. И попробовать прожить так. Даже ту же самую Библию попробовать прочитать с позиции, что я Бог. Бог во мне, а не Бог снаружи. И уже Библия заиграет другими оттенками. Просто по-другому взять вот и принять в себя Бога и сказать, да, я Бог. И исходя из этого восприятия, тупо управляя восприятием, прочесть Библию. Все, вы откроете другой мир. Это об этом. И ты знаешь, вообще получается, если смотреть, мы-то начинаем с малого. Ну, чего тут на общество пенять, да? Вот мы на завтра поставили обучающую программу. Я забыла ее название уже. Если можешь, подскажи, поддержи. Курс там по тому, как мы будем общаться по работе с клиентами, там что-то у нас, да? Работа с клиентом, меняем стереотипы. Да, меняем стереотипы. Я уже даже название не помню, потому что в моменте здесь и сейчас оно просто не надо было, а потом всплыло, и его нет. Так вот, стереотип общества, где все должны, это я должен услужить клиенту. Я должен сделать так, чтобы клиент был счастлив. Я должен вылечить. Я должен сыграть в игру клиента. Клиент всегда прав. И еще много таких лозунгов можно найти. И в итоге получается, если исходить из этой концепции, вот, например, в той же психологии, в нашей работе, обращается там та же самая мама, у которой ребенок болен аутизмом. Вы должны мне изменить ребенка. Ой, у ребенка это не случилось, а это должно случиться. Вы играете в мою игру, мне все должны. Мне должны были на тех методиках, на тех, не называю специально, чтобы не рекламировать, потому что они все равно к результату не приводят. Но я была, я все объездила, и со мной все играли в мою игру, и даже дельфины играли в мою игру. А вы тут, гадкие такие, не хотите играть в мою игру. Но ведь ваша игра больная. Поэтому вы имеете больного ребенка. Значит, что надо? Надо изменить игру. А для того, чтобы, чтобы изменить игру, чтобы была возможность изменить игру, нужно осознать, где вы допускаете в своих правилах игры ошибки, которые привели к болезни ребенка. И тогда первое, что становится очевидным, это вынесена ответственность. Я забираю ответственность на себя и сворачиваю свою игру. Но тогда давайте искать, как мы выйдем вместе из этой истории. И вот когда мы выходим вместе, то каждый идет своими ногами. Никто никого не несет. Моресьева на носилках не выносили из леса. Он шел, он полз. Ноги не шли, но руки гребли. И он выполз. Если бы он не полз, он бы умер. И так абсолютно в каждой болезни. Абсолютно в каждой болезни. Вот пример с Моресьевым, он очень показателен. Если человек хочет поправиться, то он двигается к тому, чтобы поправиться. Но как только у него появился авторитет, куда он вынес ответственность и сказал, ой, он мне поможет, мне этот целитель поможет, мне этот доктор поможет, это лекарство мне поможет, эта операция меня изменит. Ни хрена. Это все, это Моресьев на носилках, а носилок там не было. Либо ползи, либо умирай. И так работает психика. Просто это у нас в обществе напутано. Мы смотримся в зеркало и считаем зеркало первичным. Мы не видим, что это мы в зеркале. И мы исходим изначально не с изменения себя, а с изменения зеркала. А это надо поменять местами. Но для того, чтобы вообще появилась возможность поменять местами, надо вернуть благодарность. Ответственность без благодарности не возвращается. Они идут вместе. И вот это все, ну, это первые подходы, с чего мы
начинаем изменения. А, кстати, таких подходов вот на курсе мы много чего приведем, примеры и примеры работы с людьми, как работать и как менять и так далее. Это целая программа на целый вечер. А это полностью противоречит сегодня подходам медицины, подходам психологии, подходам бизнеса, подходам. Сегодня все концепции бизнесовые построены на том, как лучше раздеть клиента. И при этом впарить ему, что он всегда прав. И клиент платит за свою правоту. Что имеет он в итоге? И это не считается, заметьте, ни мошенничеством, ни обманом, ничем. А кто за это платит? По факту. Кто отражается в таком зеркале? Тот, кто это заказывает, а заказывает тот, кто разводит. Вот они, болезни, они так врываются в наше общество. И это настолько очевидно, это настолько просто. Все равно человек к себе вернется настоящему, искреннему. Надо просто начать двигаться, изменить направление. И самое главное, что это можно сделать абсолютно спокойно, разумно сейчас, пока живо старшее поколение. У них была идея. Та идея, которая уже была потеряна в моем поколении и которая полностью отсутствовала в твоем поколении. Их уже молодежь, вот внуки наши растут вообще на игрушках и на концепциях, которые виртуальны. Это полное отсутствие идей. Вынос идеи в виртуальное, виртуальный мир обеспечит буйное развитие шизофрении, умственного отставания, аутизма. Опять-таки, сейчас еще под эту тему идет сбой по половому признаку, поэтому будет оно вместо мальчиков и девочек и так далее, и так далее. Но, господа, нам же в этом обществе рождаться. Мы не думаем тогда о себе. Если мы думаем, что мы ушли на кладбище, на этом наша жизнь закончилась, как считает религия, или мы попадем в небеса, это неправда. Мы закрываем глаза, засыпаем, просыпаемся, а мы уже в новом теле. Вспомните, как вы начали, первый момент, когда вы начали себя осознавать в этом теле. Вот с этого момента начнется жизнь. И эта жизнь будет у ваших детей или у ваших внуков в том обществе, которое вы посеяли сегодня. Вы его посеяли для себя. И изменить можно сейчас. Потом будет менять поздно. Потом вы будете проживать в обществе, уходя в сон все глубже и глубже, в обществе деградирующем, в обществе папуасов. С точки зрения чувств, разума, духовного развития и так далее. И это надо делать сейчас, сынок. И надо думать, как, чтобы все-таки искренность и ответственность вошли в наше общество. Это очень важно. И здесь очень важна Беларусь. Это самое чистое место. Я не с точки зрения экологии сегодня на планете. Я с точки зрения разума. Все-таки Беларусь не просто так Белая Русь. Это подсказка. Изначальная подсказка для того, чтобы все это было сохранено. И не просто так здесь сохранились основы СССР. Я не призываю обратно в СССР. Нет. Я говорю о новой идее, но это идея возвращения ответственности через благодарность и возвращению к себе искренним и настоящему.